Всем привет! Сейчас будут результаты испытаний, которые были 23 января. Ну, то есть ежедневных испытаний. Так, первый у нас на очереди это Русвага. Давайте сейчас его посмотрим. Так, я же могу так посмотреть. Я надеюсь, он будет отображаться, то есть не будет никаких багов, да? Вот, Русвага. Так. Рейтинг 59, если это в соло, это... Дойчо? Так, в соло. Так, рейтинг 59. В соло или в соло-куб? Мне кажется, это в соло-куб, да? В соло это невозможно так сделать. Ой, какой соло-куб? В куб даже. Типа, в соло-куб даже сложно сделать. Так, ну в куб тоже неплохо, в принципе, это будет 20 баллов. Ну и Тауэр, учитывая, что Тауэр ты плохо проходишь, да, пусть будет 15 баллов. Итого 35 баллов, ну красавчик, 35 баллов, тоже неплохо. Так, второй у нас идет Ник Пиви. У меня опять забаговалось, он не отображается, так что буду искать теперь его вот здесь. Потому что он говорил вроде бы в экстрим дня, да? Он сейчас попадается. Так, ну здесь топ-3, приятно. Вот, сразу же не пивим. Там сразу по ней без видео дальше. Так. 0.15. Учитывая, что это, скорее всего, в соло сделано, это довольно неплохо. Это будет 30 баллов. Ну и в Тавр не играл. Это аж жаль, что ты в Тауэр не играл, потому что Тауэр это, наверное, такая очень интересная дистанция, то есть там Мёрфи Дистанс, да. Ну да, наверное, Мёрфи Дистанс самая такая не очень интересная дистанция. Хотя нет, самая такая это Доджи Дистанс, ну мне он не особо нравится. Мне больше всего там нравится Тауэр Дистанс, Спид Дистанс, это тут прям топ. Так, ну, Ник Попова 30 баллов. О, кстати, я заметил, у тебя почти же будет скоро 2000 даймондов. Вообще крутяк, красавчик. Funny PCV. Так, ну он что-то не проходил. Так. Look 1 The King. Ну-ка, у меня он есть? Он отображается, надеюсь? Так, Look. Так, сейчас. Да, мы там все ремонт делают наверху. Чё-то... А как я тебя найду тогда? Вот и Look 1 The King. Как я тебя найду? Типа в топах-то у тебя нету. И здесь ты не отображаешься. Ну ладно, пропустим Husker Pro. Ну Husker Pro я уже знаю, как его находить, да. Так, раз, сейчас посчитаю. 8, 10. Ну пусть будет 17, да, сейчас пробуем. Вот этот додж, так, 5, 10, 15, 17. Нет, не это доджа. Ладно, пошлите да-да-да. Искать Husker Pro. Так, Родион. Ага. Ну он же там топ сделал в додже. В Dodge Speed, я помню это. Там топ-8, топ-9 было у него. Данкос Pro. Это дистанция. Думал, это Dodge, блин, перепутал. Funny PSV. Учит, как-то давно было, или наоборот, туда надо идти. Ну-ка. Да, давненько было, вот, только Husker Pro. Ну, ты не играл... Вообще. Так, и Артур, Артём. Так, мои друзья, он тоже тут быть, да, его нету. Как же я понимаю? И как мне его искать? А, испытание недели, все, да. Раз, два, три, четыре, четвертое испытание. Так, идем четвертое испытание. Пит-спит. Ой.
Это же четвертая, да? А почему? Вот это что ли? Нет. Пятая. А, ты петлю забыл, все. Вот пит спид, да? Нет, это blend distance. Вот пит спид. Ну да. Читаки, да, тут все, ну вообще. Как так можно играть с читами, с Люком Мерфи? Так, вот Артур Артем. Топ-69 в додже. Ну это стоп-дава в додже в коп приходилось. Так что тоже будет сейчас 20 баллов. Ну и Tower Distance немного больше, чем Русвака. Так, Русвака там сколько баллов? 35. Значит, Артур Артем тоже 20. Хотя стоп, он же тоже хуже, чем Русвака прошел. Тогда не 20, да 17 за доджу. Плюс 18. Тоже 35 баллов этого. Так, ну и давайте тогда я сейчас посмотрю еще это. Испытание недели. Ну просто испытание недели я просто посмотрю, как у вас успехи. Ну Артур, Артем тоже. Красавчик. Так. Испытание недели. Начинаем. Рус Вакан. Первый. Вот экстрим недели красавчик. Прям вообще the best. Прям супер. Испытание недели. Ну. А ты в соло приходил или в соло куб, типа? Если в соло, то это the best. Это прям вообще чудесно. Ну нет, это соло куб, я знаю. На соло куб 23, в принципе, неплохо. Так, что у меня еще есть в списке. Это видео. Так, ну и дальше, давайте дальше искать. Так, кто там, Ник Попов? А, и Funny PSV. Так. 1214 метров и 0.21 в lane speed. Ну, в принципе, неплохо. Топ 64, да. Хотя... А у меня какой-то топ. У меня Diamond. Топ 51. Нифига, какой крутой. Вот, Funny PSV. Ник Попов, ну, пойди получше. Lane speed. Ну вот у Funny PSV это вообще шикарно все идет, прям вообще. Вот я же говорил, что ты войдешь в тройку, да? Ну, кстати, телек не считается, да? Потому что у него там меньше крутизна, у него шестая всего лишь, да? Нет, ну я понимаю, что это какой-то аккаунт, там, фейк аккаунт. Точнее, второй аккаунт. Ну вот, Funny PSV топ-3 это вообще супер потрясно. 19.49, я думаю, это для NSPeed... Ну хотя не знаю, топ-10 это, наверное, было бы слишком просто, да? Учитывая, что это только началось, так что это, наверное, будет топ-20, так предполагаю. Ну тоже неплохо, в принципе. Так, ну и Артур Артём. Так, тоже. Какой это вообще спит? Так, седьмой. Так, сейчас, да, блин, 3, 4, 5, 6, 7, вот. Ну, экстрим недели неплохо пройдено. Испытание недели, 48, ты меня обогнал все-таки. Потому что раньше ты был хуже там меня на чуть-чуть, а сейчас обогнал. Не, ну я, конечно, буду улучшать вот этот lane speed, да, точно, 100%, прям попробую сделать даже... Сап 21. Сейчас посмотрю, может здесь показано будет. Ну вот, Русвака 23.43. У Артура Артема почему-то не видно. Зато есть Финлол, который топ-1. Да, ну в принципе неплохо. Ну все тогда.
Если что, все баллы вы можете посмотреть в комментариях. Все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.